Федерация Бегов Российской Федерации по восточному прямому единоборству в спортивной дисциплине «Сатакан» объявляю открытым. Основатель «Сетакан» в России, президент Федерации восточного боевого единоборства Илья Гульев дает старт 12-му первенству и чемпионату России среди юношей, юниоров и взрослых. Главное событие для любителей этого вида спорта. По приглашению Министерства спорта России в Щелково прибыли победители районных, областных и республиканских соревнований. География участников поражает обширностью. Это и самый северный Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Краснодарского края, восточная Камчатка и западный Санкт-Петербург. Данные соревнования собрали столько людей, потому что они являются в том числе отборочными в состав сборной команды, в окончательный состав, для того, чтобы защищать цвета российского флага на этих крупнейших европейских соревнованиях, которые вот-вот состоятся. Красочным и динамичным выдалось шествие команд и судей на открытии соревнований. Традиционно представительными по числу участников сборная Московской области, Пермского края, Удмуртской республики. В каждой более 50 спортсменов, еще около 10 сборных привезли по 30 и более человек. Живая легенда карате Хидео Очи, шеф-инструктор по играм в Европе, обладатель 5-го дана GKA и 9-го дана GA, наблюдал за противостоянием молодых каратистов. Прежде всего, я увидел здесь очень большое количество людей, в том числе молодежи и детей, и был шокирован уровнем прекрасной техники, которую показывают такие молодые ребята. Кроме этого, я восхищаюсь этим дворцом спорта, который позволяет проводить самые высокие соревнования на уровне Европы. В октябре 13-летний участник сборной «Ямала» Глеб Ершов на соревнованиях в Щелкове в Кумите занял первое место и снова вернулся за наградой. Очень счастлив. Я хотел у него взять роспись, но я ее получил. Хочется мне научиться делать кота, потому что я не делаю кота. Больше всего я по части Кумите. Наиболее сложными в исполнении являются групповые выступления в ката. Отставание в движениях на доли секунды чревато потерями очков. Сборная Пермского края, одержав победу в Приволжском федеральном округе, заняла в чемпионате первое место. Достаточно давно мы не брали медали так в большом количестве. Вот. Вместе все, вместе, на пьедестале. Очень запомнится это, в общем. Нешуточные страсти разразились на площадке Щелковского спорткомплекса Подмосковья. 1012 участников из 47 регионов России приехали сюда к нам в Щелковский район. Соревнования оценивают 96 судей. В отборочном поединке 21-летний Инал Хатков, неоднократный призер чемпионата мира, одержал победу над представителем Санкт-Петербурга. Первый бой, как и обычно, прошел сложно. Нужно чуть втянуться, а дальше уже, я думаю, должно пойти хорошо. На 12-м первенстве в чемпионате России разыгрывались 47 комплектов наград. К слову сказать, российская сборная вот уже 8 лет является не только лидером чемпионата Европы, но и выступает с непревзойденными мастерами карате – сборной Японии. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».